Звание, фамилия, имя. Рядовой Артур Иришин. Украина силовых гувелер Ишхалцер Сорцун Эскер Несер Гетруб. Яхалнахта Олмагларна Бахмера Кадровцларна Лара Дестег Вермедини Диан Эсер Дойшолдашларна Мефидилдини Эсер Гетрулерген Таккалдагана Билдриб. Откуда к нам приехал? Бибислан, Северная Осетия. Номер воинской части? Воинская часть номер 75-394, 503-й гвардейский мотострелковый полк. Яка твоя посада? Что? Должность у тебя какая? Стрелок. Расскажи, как ты попал в плен? Можно я прилягу? Нет, сиди давай, говори. У нас была позиция. Мы держали наблюдательный пункт. Было ночью, это было темно было по нам. Нас никто в это время не прикрыл. Сзади нас стояла Росгвардия из Чечни. Кадыровцы эти ваши? Да, кадыровцы. Нас никто не прикрыл. И я спал в это время, когда стрельба началась. Ну, шумно. Я проснулся, вылез из спальника, вижу, а вокруг меня уже все мертвы. И украинские солдаты стоят. Ну, я и сдался. Я сдался, и я никому не стрелял, я не убивал, я сразу сдался, даже не опирался. Понятно, голову свою подними давай. Ось такого, хлопці, героя ми з вами взяли. Подаруночок для нас зробили. Все, давайте, мужики, забираємо його, блядь.